Привет всем! Сегодня будем пересаживать дельфиниум, у которого у нас перезимовали, пережили зиму. Вот эти дельфиниумы, они вообще самосейки. Сами взошли прошлой весной. Сюда мы их пересадили, они были укрыты. И сейчас вот их уже пересадим на постоянное место, где они и будут расти. А вот эти дельфиниумы выращивали рассадой в прошлом году. Росли они в ящике. На зиму его просто прикопали. И теперь их тоже нужно уже пересадить, чтобы они вот как бы все в одном месте росли, а не были разбросаны. Тогда будет, наверное, более красиво, может быть, цветение мощным таким. Поэтому все их пересадим в одно место. И вот такой вот кустик растет около дома. Здесь раньше сошел снег, пригревает солнышко, тепло. И вот такой вот он уже достаточно большой подрос. А рассаду дельфиниума, которую сеяли в этом году, вот уже мы выставили на подоконник. Здесь прохладно, ну то есть именно та температура поддерживается, которую любит как раз таки дельфиниум. Не любит он жары вот этой вот. И плохо растет в жарком климате. А вот здесь чувствует себя замечательно. Ну и вскоре его тоже нужно будет уже высаживать. Выкопали наши дельфиниумы. Вот у них уже такие большие корни. Вот этот прям как в ящике рос, так вот он сохранился, вот этот земляной ком. И остальные тоже, в принципе, тоже вот такие вот. Прошлогодние дельфиниумы, которые вот здесь росли на грядке, вот они начали показываться. Хорошо, в принципе, тоже они перезимовали. Вот это вообще такой вот отличный тоже кустик. И сейчас все вот эти дельфиниумы рассадим на вот этой клумбе. Будет целая вот такая вот клумба очень красивых дельфиниумов. Вот так вот посадили наши дельфиниумы, немного их полили и сверху, так скажем, замульчировали, чтобы влага не пересыхала. Вот такая вот получилась клумба, в центре три кустика красного лихноса. И вот такое количество дельфиниумов. Поэтому обязательно посадите себе хотя бы несколько кустиков вот этого вот неприхотливого и очень красивого растения. Ну а всем тем, кому видео понравилось, подписывайтесь на наш канал, делитесь им с друзьями, заходите почаще в гости и пока-пока. До новых встреч, всем самого-самого наилучшего.